Здравствуйте! В этом видео я покажу вам сборку лучших паков для Adobe Premiere Pro, получив которые вам больше не надо будет искать переходы, анимационные тайтлы, эффекты и другие элементы для программы, потому что все будет в одном месте. Очень круто, очень удобно, очень быстро. Начинаем! Итак, если мы зайдем в Premiere Pro и откроем этот плагин, в котором у нас и находятся все эти 70 паков, которые сейчас можно получить все по цене одного, то мы посмотрим, что это на самом деле очень удобные инструменты. Потому что здесь находится все, что нужно обычному монтажеру. К примеру, если мы зайдем в папку «Тайтлы», то мы увидим здесь реально очень много, более 200 разных тайтлов с разной анимацией. И это все можно делать под вас. То есть настроить цвета, настроить шрифты, размер и так далее. Как мы видим, здесь есть тайтлы под любую задачу. То есть тайтлы для описания, тайтлы для подписи какой-то. Все это в красивой анимации и очень легко редактировать. И это только один из 70 паков. Идем далее. У нас есть очень хороший пак с переходами. Здесь также более 200 разных переходов. И мы можем увидеть, что тут переходы также на любой вкус. И все они очень легко применяются. Просто перетаскивается на таймлайн и все. То есть, как мы видим, очень много разных переходов, которые можно использовать для разных видео, для разных целей. Так, глич-переходы, переходы с затемнением, камерные переходы и так далее. Но и это еще не все, это только мы рассмотрели 2 из 70 паков. Здесь также есть отличные эффекты звуковые, где также более 500 разных эффектов. То есть от звука дверей, звука огня, звука клавиатуры, мышки, маркеров и так далее. И все, что нужно сделать, это просто перетащить этот звук, этот эффект на таймлайн. Кроме того, есть эффект подкастов. Как мы видим, здесь есть множество разных вариантов, как сделать красивым подкаст. Все, что нам нужно сделать, это просто перекинуть это на таймлайн, вставить свою информацию, и у нас получится очень грамотно подобранный дизайн для демонстрации подкастов. И если присмотреться, то здесь этих эффектов на самом деле очень и очень много. Это неоновые тайтлы, визуализация аудио, разные переходы, разные глич-паки, разные красивые шумовые эффекты для видео и так далее. Очень много типографии, сплит-скрины, что тоже очень и очень делает наше видео красивым. Но возникает вопрос, как получить все эти паки по цене одного, потому что каждый из этих паков стоит примерно 50-70 долларов. И если покупать их отдельно, то получится очень и очень большая сумма. Но сейчас, как мы знаем, черная пятница, и получить все эти паки можно по цене одного. Если покупать отдельно, цена будет примерно 3000 долларов. Но сейчас есть акция, и все 70 паков можно купить всего лишь за 149 долларов. И это на самом деле очень и очень хорошее предложение, потому что, купив этот плагин для Premiere Pro, на самом деле вам больше не надо будет искать какие-то эффекты, какие-то переходы и так далее. Все будет в одном месте. Давайте посмотрим на страницу покупки. Вот она так выглядит. Этот пак называется Premiere Pro Bundle, то есть все эффекты в одном. И если посмотреть, здесь есть список продуктов, которые входят уже в стоимость. И если посмотреть внизу, то его цена всего лишь 150 долларов за 70 разных паков. Рекомендую вам обдумать, еще посмотреть описание. Также здесь есть туториал, как пользоваться всеми этими паками. Да, я очень рекомендую вам присмотреться к этому. И если у вас есть возможность, прикупить себе это чудо для Adobe Premiere Pro. По ссылке в описании, напоминаю, можно это сделать. И желаю всем хорошего дня, наслаждайтесь монтажом видео, делайте ваши видео прекрасными с помощью этого пака. Спасибо за внимание и желаю хорошего дня.